Сегодня мы поговорим о фигурах русской литературы первой половины 20 века. Некоторые из них, большинство, родились в веке 19, которые также имеют фамилию, начинающуюся на букву «В», которые абсолютно несовместимы друг с другом как с точки зрения результатов своего литературного творчества, так и с точки зрения отношения политической ситуации в стране. Люди разные, одни из них были горячими сторонниками советской власти, другие были, если не противниками, то, по крайней мере, не попутчиками, вынужденными жить в новой сложившейся реальности. Но все они создавали свои произведения в период начала 20 века. Кто-то успел стать творческой единицей в дореволюционный период, кто-то продвинулся и стал известным советским писателем после революции. И, собственно, революция создавала этих писателей. Но все они отличаются одним существенным таким моментом. Это то, что каждый из этих пятерых писателей в зрелом возрасте вступил в творческий кризис и в отдельных случаях это стало причиной их гибели, в отдельных случаях это привело к тому, что они перестали публиковаться и ушли с литературного олимпа. Но как бы это не звучало, как бы, какие бы причины мы не рассматривали в качестве причин этого творческого кризиса, в любом случае их можно связать с одним фактом. Как и многие их предшественники, о которых мы уже говорили, о которых еще будем говорить, их творческий кризис был связан с тем, что эти люди в большинстве своем воспитывались, формировались как писатели в будущем, в веке 19-м, либо в веке 20-м, но в дореволюционный период. То есть в другой совершенно социальной реальности. И вот это во многих случаях и послужило причиной кризиса, внутреннего кризиса в их отношении к новой реальности, к новому миру, к советской реальности. Они принадлежали к разным литературным направлениям, и это тоже в определенной степени сказалось на их творчестве, на его содержании. Но вместе с тем это послужило и
причиной для некоторых из них того, что они выпали из общего социального контекста, не вписались в парадигму социального социалистического реализма и также были вынуждены уйти в другие творческие ниши, которые не требовали от них выражения категоричной преданности советскому строю. Вот об этих совершенно разных людях мы сегодня и будем говорить. Это такие писатели, как Вересаев, Волошин, Виноградов, Вагинов и Вишневский. Для многих из наших слушателей, в том числе и прежде всего молодых слушателей, эти фамилии могут совершенно ни о чем не говорить. Как и многие другие фамилии, которые давно уже не на слуху и не включены в школьные образовательные программы. Поэтому не встречаются нам так часто, как мелькающие фамилии современных авторов. Но тем не менее, каждый из них оставил значительное литературное наследие, которое не должно оставаться без внимания и о котором мы сегодня в связи с этим и будем разговаривать. Итак, первый автор в этом ряду, о котором мы говорим, это Викентий Викентьевич Вересаев. У нас в библиотеке четырехтомное собрание сочинений Викентия Викентьевича. Издано оно было издательством «Правда». Москва, 1985 год. В серии «Библиотека Огонек». В свое время это была очень популярная серия собраний сочинений, которые выпускались в качестве приложений к известному литературно-публицистическому журналу «Огонек». Этот четырехтомник включает в себя значительную часть произведений Вересаева, как я уже сказал, издано в советское время, в 1985 году. Тем не менее, это далеко не исчерпывающий по своему содержанию, по объему вариант собрания сочинений. Здесь в основном во всех четырех томах представлены рассказы. То есть Викентий Вересаев представлен как мастер малого жанра, собственно, того жанра, с которого начиналась его творческая биография, тогда как значительная его по масштабом наследие, связанное с романистикой, оно, к сожалению, в этом собрании сочинений осталось непредставленным. Так вот, Вересаев, как прозаик, как я уже сказал, начинает свою творческую биографию именно с рассказов, именно с малого жанра. Это, наверное, не удивительно, потому что Викентий Викентьевич Вересаев, родившийся в 1867 году, получил в целом неплохое образование. Происходил он из дворянской
семьи. Вместе с тем в своем литературном творчестве он изначально был связан с группой выдающихся и, можно сказать, и великих русских писателей. Литературную группу, которой принадлежал Вересаев, входили Бунин, Куприн, Серафимович. На встречах, которые проводила эта литературная группа, бывали Чехов, Мамин сибиряк, Достоевский. Поэтому это была та литературная почва, на которой просто не мог вырасти сорняк. Поэтому в творчестве Вересаева, в раннем творчестве Вересаева, мы можем обнаружить мотивы, так знакомые нам по творчеству молодого Бунина, молодого Куприна. Это любовно-лирические произведения. Это произведения, насыщенные восторгом юношества, юношеским отношением к природе, к окружающему миру. Прекрасный, сочный русский язык. И в этом смысле Вересаев действительно мастер малого жанра, мастер рассказа. В биографии Вересаева нет никаких значимых таких моментов, которые бы как-то говорили нам о трагизме его личной жизни, о каких-то сложных моментах, о его столкновениях с властью. Этого не было ни в дореволюционный период, ни, собственно, после. Единственный факт, который касается студента Вересаева, он был исключен из высшего учебного заведения, из университета, в связи с участием в протестном движении. Это происходило, в общем-то, собственно, в период Первой русской революции. Даже до Первой русской революции. И это было единственным случаем, когда Вересаев был в конфликте с русским царизмом. Несмотря на это, мы можем вполне говорить о том, что Вересаев вызревает как крупный русский прозаик. Именно будучи представителем рождающегося направления социалистического реализма. Его очертания еще не совсем понятны. Идет процесс формирования. И с этой точки зрения Вересаев, хотя и не содержательно, и не уподобляется в своем творчестве творчеству Алексея Максимовича Горького, но во многом сопутствует ему. И это, в общем-то, отмечает и сам Горький, когда говорит в каких-то своих публикациях, письмах о творчестве Вересаева. Именно как марксистский писатель Вересаев формируется уже в дореволюционный период, я имею в виду, конечно, Октябрьскую революцию, и объективно
вступает в послереволюционный период как человек новой формации. Ему не приходится менять себя и трансформировать себя как творческую единицу, поскольку он и был реалистом, он и остается реалистом. Более того, мы можем вполне рассматривать романиста Вересаева как одного из основоположников направления социалистического реализма наряду с тем же Горьким. Вместе с тем, в советское время мало публикуются романы Вересаева, написанные им в основном в промежутке между двумя русскими революциями, между Первой русской революцией 1905 года и Октябрьским переворотом, поскольку романы эти в отдельных случаях наполнены кризисным таким духом, отчасти оптимистическим, отчасти пессимистическим. Есть элементы оппортунистические. И в целом можно выразить вот эту общественно-политическую позицию, высказанную Вересаевым в этих романах, на примере одного из последних его крупных произведений, роман «В тупике», который написан в послереволюционный период первой революции и, собственно, посвящен-то он проблеме распада общества, распада семьи в связи с, то есть, системообразующих основ русского государства в связи с послереволюционным кризисом, в связи с расслоением общества по политическим взглядам, по политическим симпатиям и пристрастиям. И здесь очень ярко выражена вот эта именно поляризация внутренняя в обществе, когда есть кризис отцов и детей, когда отцы представляют один лагерь, дети представляют совершенно другие направления политического горизонта. И на фоне этого происходит кризис внутренних отношений. И все это, по мнению Вересаева, ведет к некоему тупику. Вот именно эта позиция, по-видимому, и была не очень симпатична советской власти, почему Вересаев и его романы были на достаточно длительное время забыты. Ну, в завершение мы можем сказать лишь еще один момент отметить, что Викентий Викентьевич Вересаев, Вересаев это псевдоним литературный, настоящая фамилия этого писателя Смедович.